Ласковое море и белый песок – не единственные пожелания для комфортного отдыха туристов и отдыхающих. На пляже санатория «Лада» находиться приятно. Здесь отдыхающие чувствуют о себе постоянную заботу и внимание. Все, кто здесь бывает, и наши гости, и наши отдыхающие, говорят, насколько здесь приятно находиться. Потому что мы учли очень многое. Не только согласно там предписаниям и распоряжениям, которые должны быть в оборудовании пляжа, но и комфорт наших гостей. Очень широкие зоны крытые, очень большая площадь открытая. Вид дюн и гладкого песка всегда радует глаз. Раздевалки, стационарный туалет, стационарная душевая. Оборудован пункт наблюдения с вышкой для лучшего обзора территории. Добросовестные спасатели работают в паре, и акватория всегда под контролем. Все необходимое оборудование и лодки тоже имеются. На пляже постоянно дежурит медицинский работник. Не просто проводит время от начала до конца рабочего дня. Общается с отдыхающими, следит, чтобы все ребятишки были в головных уборах. Осведомляется о самочувствии гостей. В конце смены проводят дезинфекцию шезлонгов. На территории пляжа маленькие отдыхающие могут весело провести время на специально оборудованной детской площадке. В жаркую погоду можно освежиться у питьевых фонтанчиков. Территория пляжа огорожена и находится под непрерывным наблюдением охраны. У нас прожекторное освещение территории и части акватории, видеонаблюдение, которое фиксируется на мониторе у службы охраны, в том числе и территория пляжа. Пропускной режим, контроль. Это все дает возможность комфортного отдыха и безопасного отдыха и нашим гостям, и нашим отдыхающим. По оценке экспертной комиссии, пляжи санатория «Лада», а также здравниц «Сибур-Юг» и «Селена» признаны лучшими на курорте. Остальным учреждениям следует брать с них пример и наладить работу на высшем уровне, побеспокоиться о комфорте своих отдыхающих и сделать их пребывание на пляже максимально безопасным.